Мы хотим найти очевидцев этого ДТП, которое случилось 2 июля прошлого года на Универсиаде. Вера поехала сюда работать. Вот ее бейджик. Бейджик представителя оргкомитета Универсиады и белая сумка с этими вещами своей дочери Надежды Скулкина не расстается. Это память о погибшей Вере. В обвинительном заключении написано «все хорошо», что машина была исправна, что водитель была внимательна, что скорость 50 км в час. Ну почему же там все случилось? Ничего не понятно. Чтобы подать апелляцию, мать и отец Веры Скулкиной приезжают в Татарстан из Кирова в 3-й раз. Приволжский районный суд вынес, по мнению безутешных родителей, мягкий приговор. Водителю BMW X3, 20-летней Юлии Слесаревой, дали условный срок и лишили прав. В Верховном суде адвокат пытается добиться отмены этого решения. Семья обычных учителей из Кирова не может понять, почему в данном случае закон так мягок. По словам юриста, в этом деле изначально было больше вопросов, чем ответов. К примеру, почему следователь приехал на место ДТП лишь через 4 часа? Это зафиксировано в материалах уголовного дела. Знакомясь с материалами уголовного дела подробно, выяснились факты, что часть материалов просто отсутствует. То, как единственный свидетель, доброволец, который нашелся по объявлению в средствах массовой информации, он... Не только был допрошен, и протокол его допроса содержится в материалах дела, но он, как уже достаточно водитель со стажем, составил схему ДТП. Эта схема в материалах дела отсутствует. ДТП произошло около 10 часов вечера. По словам единственного очевидца, в это время было еще светло, и дорога хорошо просматривалась. Вере оставалось пройти всего 4 шага, но ее сбила машина. Девушка погибла, не приходя в сознание, в РКБ. У семьи Скулкиных своя версия произошедшего. По словам матери погибшей, в момент аварии автоледи говорила по телефону и просто не заметила пешехода. Распечатка телефонных звонков тому доказательство. Однако, чтобы убедить в этом суд, необходимы свидетели происшествия. Они могут внести ясность и коренным образом поменять ход судебных разбирательств. Все, кто был очевидцем этой аварии, могут позвонить по телефону 8-912-335-5080. Пожалуйста, люди. Помогите мне. Откликнитесь, кто был очевидцем. У вас тоже, наверное, есть дети. А Вера у меня вот одна единственная дочь. Эльвира Шарафиева, Дмитрий Аверкиев, Геннадий Федосенко, телеканал «Эфир». Я хочу наказать.